Во время игр может случиться все, что угодно. Если вдруг в песок попала вода, не расстраивайтесь. Следуйте нашим простым рекомендациям, и космический песок снова восстановит свои волшебные свойства. Отделите намокшую часть песка и отложите ее в сторону. Возьмите противень и застелите его бумагой для запекания. Ровно распределите космический песок по поверхности противня. Поставьте противень в духовку, разогретую до 220 градусов на 5-10 минут. Аккуратно достаньте песок из духовки и дайте ему немного остыть. Теперь космический песок полностью восстановил свои свойства и готов к дальнейшему использованию.